Конец. Мирня, здравствуйте, участники соревнований. Да, товарищи. Понял. Сегодня мы проводим соревнования спортивные, посвященные памяти Кладова Михаила и Беданова Сергея, выпускников нашей школы, участников боевых действий, погибших при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Герои не гибнут, умирая. Двойная жизнь ему дана. И эта жизнь его вторая. Бессмертная слава и полна. Лаконичные строки коротких биографий. И юные лица на фотографиях. Им было в среднем 18. Как это много в историческом измерении и как мало в человеческой судьбе. Они уходили от нас в этом возрасте. Но ни один не гадал, что погибли, совершив поступок, о котором скажут потом подвиг. На мероприятии.
ну, скоро, наверное. То есть сейчас это официальная часть закончится. Что нужно сделать? Хорошо, сейчас я выйду через... Дорогие, уважаемые родители, низкий вам поклон и великое спасибо. Слово для приветствия участников соревнований предоставляется Кашину Станиславу Александровичу, главе города Белая Холуница. Добрый день, уважаемые участники соревнований, уважаемые родители, выпускников и замечательной школы, отдавших свою жизнь за нашу родину, за нашу страну. Жильфиня, мы приветствуем вас поздравить с началом первого турнира районного турнира семишкольников по пауэрлифтингу. Я думаю, что я выражаю для меня, наверное, даже не надежду, а уверенность в том, что этот турнир станет традиционным, потому что этот турнир будет проводиться каждый год весной, и будет он собирать все больше и больше количества участников. Потому что сегодня в условиях нашей сегодняшней жизни быть сильным, быть спортивным, сильным не только физически, но и морально, просто необходимо. Необходимо для того, чтобы достигнуть успеха, стать успешным человеком в этой жизни, стать сильным и уверенным в себе, сильной и уверенной в себе личностью. Я еще раз поздравляю всех с началом этих соревнований и желаю вам показать красивые результаты. Ну и я думаю, что победит сегодня сильнейший. Что по вашей инициативе проходят такие соревнования. И я хочу пожелать всем участникам победы, и хочу, чтобы спортивная традиция в нашем Дальнемецком районе приумножалась, количество участников росло, и тем самым мы будем самым спортивным, самым культурным городом и районом нашей Кировской области. Удачи вам и победы! Здравствуйте, дорогие участники, родители. Очень приятно, конечно, что вы начали такое дело. Это у нас в районе не первое соревнование. У нас есть волейбол, биатлон был недавно. Вы, наверное, тоже принимали все участие. Думаю, что ваше начинание тоже будет очень полезное для вас. То, что вы не забываете родителей, учеников, которые учились у вас. Вот. Пожелать вам всем успехов, всем выиграть, ну и честной борьбы между собой. Спасибо. От лица коллектива школы я приветствую участников сегодняшних соревнований, этих сильных, смелых ребят, такими были Сергей и Михаил. Также надеюсь, что эти соревнования у нас будут доброй традицией, и количество участников будет еще больше. Желаю всем удачи, успехов в этом сложном спорте, именно ребят сильных и духом, и телом. Здравствуйте все. И участники соревнований, и организаторы. Я хочу вам выразить от
признательность, что вы помните о наших ребятах и организовали такое соревнование, и нас не забыли. Большое вам за это спасибо. Ну, а то, что уже традиционными будут соревнования, это уже нас тут почти заверили, и в этом мы будем уверены, и приглашайте, мы придем вас и поддержим тоже каждый год. И вот немножко хочу сказать, что на фотографиях ребята смотрят в военной форме, им здесь 18 лет. Они учились, ну, в военной форме, они приняли присягу, изучают военное дело. Но я хочу сказать, что учась в этой школе, они вот были такими же, 14-15, там 17 лет, они были тоже спортивными ребятами. Они готовили себя к службе в армии. Значит, увлекались спортивными, участвовали во всех спортивных соревнованиях. Зимой бегали на лыжах, летом катались на велосипеде, играли в футбол, ходили на рыбалку. В общем, росли такие же, как вы, ребята. Любили жизнь, любили учебу, любили спортивное состязание. И, в общем, я вам хочу сегодня пожелать всем участникам и организаторам успехов и учебе. И в сегодняшних соревнованиях вам побед, дружбы. Спасибо. Главному судье соревнований. Я приветствую вас в стенах нашей школы. И думаю, на самом деле мы это говорим с дальнейшей традицией. Надеемся на это, что будет у нас проходить такое открытое первенство района по новому для вас виду Януги. Желаю всем хорошо выступить, поднять как можно больше, но при этом не переусердствовать, то есть не получить какую-либо травму, отнестись серьезно. Так, и хочу объявить о сегодняшнем соревновании. Итак, сегодня выступает следующие участники – это государственная школа, школа имени Валерия Ивановича Лисенкова, школа села Всесвятская и паломский участник Владимир Цветожин. Спасибо, что столько человек пришло. Может быть, и будет в следующий раз больше. Но пока, как говорится, первый блинком. Вот. Итак. Значит, сегодня выступают участники по трём весовым категориям. Значит, по трём весовым категориям выступают девушки. Значит, первая весовая категория у девушек 44-52 кг. Вторая категория 52,5-60 кг. И третья категория свыше 65, уровень, извиняюсь, 60,5 кг. Значит, а у юношек первая категория 52-60 кг, вторая категория 60,5-75 кг и третья категория 75,5 и выше. Так, далее. Первые три вида состязаний, то есть получается первый вид это присед, второй вид жим штанги лежа и третий вид становая тяга штанги. В каждом виде выполняются три подхода с увеличением веса. По итогам этих всех состязаний будет признан победитель в призе соревнований. Итак, сейчас, значит, все уже размялись. Ну, 5 минут вам на подготовку. Начинаем. С девушек, значит, присед.
первое состязание, весь это идет сразу, ты полностью, ты уже подходишь, девушки полностью повторяют друг за друга. Затем идут юноши, весят сразу, с наименьшего веса, наибольшего веса. Затем остальное все идет. В течение одной минуты после подхода должны подойти участник к судейскому столику, объявить или заказать следующий вес в течение одной минуты. А остальное, когда подходит, значит, участник, вот, ему объявлен, извиняется, вновь на борьбы, вольно разойдись.